Первая зима и первые ее проводы Ахмед Муахметов родом из Индии. Узнав про столь аппетитный праздник, приехал с семьей в Свияжск, чтобы распробовать масленицу на вкус. Говорит, сытно, правда холодно. Холодно. Я думаю, потому что я первый раз здесь. Пока одни пробовали блины, другие пытали свои силы в ином. Забав здесь не счесть. Гости убеждены, блин всему голова. Съев его, меткость приобретаешь, да и силушку богатырскую. Такая вещица, да? Я лег случайно на землю и не мог потом встать. Масленица без блинов не масленица, но и о форме забывать не надо. Здесь все по правилу. Поел, поиграл, аппетит нагулял. От души для души гуляла сегодня и Казань. И песнями, и танцами казанцы звали весну, и она не заставила себя долго ждать, вышла на сцену и одарила всех палитрой теплых красок. На столь вкусный праздник пришли целыми семьями и студенческими группами, некоторые из которых – иностранцы. Говорят, зима хороша, но в меру. Мы говорим, зима, до свидания. Будем забегать чучело и едим блины, всякие гуляния. Но перед тем, как сожгли чучело, зажгли публику в фаер-шоу. Растопил лед под ногами зрителей. Пока одни наблюдали за выступлением, другие фотографировались с чучелом. Иностранные туристы теперь знают, откуда взялся образ масленицы. Никто пока не может нас ответить, почему они женщину сгоряют, наши иностранные студенты. Спрашивают, почему женщину сгоряют сегодня, а мы никакой ответ пока нету, да. Уже во время гуляния они нашли ответ на свой вопрос. Образ масленицы – собирательный образ зимы и весны. Завтра финальный день блинной недели. С понедельника – пост. Динара Камалова, Алина Мусина, Амир Залюшев, Даниил Филатов, ТНВ, Свияжск, Казань.